Они экономят электричество, они экономят газ, экономят ваше время, а вместе с тем это очень вкусно. Це про новорічний стіл, який можна приготувати, коли зникає світло. Пані Олена за 2 години накрила святкову вечерю на 4 осіб. Витратила трохи менше 1000 гривень. На столі від холодних закусок до фаршированої картоплі та чебуреків. 5 видів лаваша, 3 види сирних шариків, які готуються теж в холодному способі і дуже просто. Фаршироване яйцо, салат, який я назвала а-ля олів'є. Я предложу вам немножко другой варіант, який вже йде одразу, заготовлена морковь, це морковь по-корейськи. Він викладається слоями, достатньо вкусний, ситний салат, і він без картофеля. Тоже интересный момент. Это закуска с грибами, кукурузой сладкой и помидорами, которая тоже идет в лаваши, и она обжаривается, сворачивается конвертом, обжаривается на растительном масле. А почти на сухой сковородке мы приготовили чебуреки. Лаваш – вдала заміна тісту. Це економніше і фінансово, і часу, та й сили на замішування не потрібні. А замість фаршу – тушенка. Нею пані Олена начинила і картоплю. Срезаем, делаем плоские края, чтобы картошечка могла стать. И ножиком выскабливаем внутри в сердцевинку. Сердцевинка потом это поджаривается с лучком на растительном масле, добавляются специи. А дальше уже по желанию хозяйки, что она захочет. Она может добавить туда сыр, и это будет уже сырная начинка. Сыр и грибы, это будет сырно-грибная начинка. В моем варианте это грибы и мясо. Так само фантазувати можна із начинкою рулетів з лаваша. Кожна господиня може зробити свою. Олена показує кілька варіантів. Перший – дешево і смачно. Лаваш із сиром та горіхами. І чи не головне, його можна приготувати за відсутності світла. Арахіс, який ми беремо, найзвичайніший наш любимий арахіс з солью. Опять-таки посипали. Рекомендую к арахісу использовать зелень, исключительно петрушку. Петрушку люблю, она очень хорошо подчеркнет орех и даст вам возможность вот той вот свежести. Ну а для того, чтобы наш рулет, он был все-таки немножечко поинтереснее, самый простой тостовый сыр, который не надо ни натирать, ничего, просто открыли, выложили в шахматном порядочке. Загорнули і на годин 6 в холодильник або на балкон. Наступний рулет – 3 в 1 – з синьою капустою, з морквою по-корейськи та пекінською капустою з горіхами. Кожну начинку загортаємо окремо, потім кладемо 3 лаваша в 1. А по итогу получается вот такая вот красота. И еще один момент, обязательно лаваш, когда вы будете нарезать буквально через 6 часов, у вас должен быть очень острый нож, потому что если нож будет тупой, лаваш будет тянуться за ножом. Ворог може позбавити українців електрики, але йому не вдасться позбавити на свята. З Дніпра Олена Мадрюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».